пивняк, блядь. Всем привет! Это Гоша. Паша и Антон. Да, точно, мы отдыхаем в Болгарии. На Кагарке. Гоша, мы тебя звали отдохнуть, тут офигенно. Но ты решил остаться, слушай, ты так много потерял. Да, здесь, кстати, очень охеренно. Мы сейчас находимся на высоте 2,2. Внизу туман, можешь все это сам увидеть. А здесь прикольно. Метет снег, хорошая погода, где-то минус 3. Мягко. Ну и просто клево, вон какие-то тёлки. И всякие другие долбоящеры. А вон и солигарник. 2200 высотой. Зря ты с нами не поехал. Тут такие горки, 17 километров горок. Короче, Гоша, это нет, ты... 65 километров общая протяженность трасс. И если ехать с самого верха до самого низа, получается 17 километров. Охуенно. Вон подъемники в разные, короче. В разные точки везут. Сейчас собираемся нехуево отжечь, чтобы горел снег. Отжечь, так сказать. Ну чё, я еще думаю, попозже снимем видео, где-нибудь пониже, когда спустимся. Даже я даже попробую поснимать во время движения, правда, очень страшно. В следующий раз обязательно нужно будет брать камеру GoPro и уже нормально все это дело отснять и запечатлеть. Отснять! Паша очень гневный, он хочет кататься, он требует движухи. Ну все, пока.